Так. Всем добрый день, хорошего настроения. У нас сегодня 6 октября, плюс 15 на улице. Куртку одел на всякий случай, так как погода может как бы возле моря подвести. Буду снимать наконец-то аквамариновский пароход к морю. Давно его очень хотел, но что-то не получалось снять. В общем, приятного просмотра. Сегодня будет два видеоролика. Один будет до моря от аквамарина, и второй мы прогуляемся от аквамарина в сторону Анапы. Докуда дойдем, до туда дойдем. Времени сегодня есть для таких прогулок. Всем приятного просмотра. Поехали. Итак, наше путешествие начинается от аквамарина. Это санаторий РЖД. Здесь он находится. С левой стороны есть остановочка. Вот как раз маршрутка от нее отъезжает. Вот она территория, санаторий. Принадлежит у нас РЖД. Вон он, пешеходный переход. Number one. С левой стороны сейчас пройдут на перекрестке. Посмотрите, какие желтые березки стоят. Новые как бы краски осени. По-моему, только березы нам дают красивые цвета. Вот эта дорога. Это улица Горького у нас. И, в общем, с этой стороны, справа, если смотреть лицом к аквамарину, есть проход к морю. Раньше там была асфальтная дорога, когда у нас зимы были хорошие. В детстве, помню, мы очень часто катались там на санках. Сейчас уже этого нету. Хотя в этом году обещают же снежную зиму. Посмотрим, что оно, как оно там будет. Вот со всех сторон, как оно выглядит здесь. Обожаю Витязево, как бы в этот период времени, вроде еще все живет, ну, уже так, конечно, с летом не сравнишь, но когда наступят холода, будет вообще мертвый сезон, людей вообще не будет, тут как перекати поле будут бегать, за ними корова бежать, в таком стандартном варианте оно будет все вот так выглядеть. Некоторые точки как бы не поубирались, магазины, вон с той стороны Восход, друзья там работают. Ну, как выглядит это место. Вот он забор поворачивает, и у нас идет вниз спуск к морю до кольца. Две дорожки таких красивеньких. Мы пойдем по левой стороне. Че, всегда ходить направо, да? Пойдем налево. Ой, смотрю, как камера трясется. На самом деле спуск вниз. Я буду стараться, конечно, чтобы это было меньше. Потом попросим YouTube чуть-чуть сделать помягче. Сколько раз я за свою жизнь прошел по этой дороге, это вообще нереально даже, наверное, посчитать, сколько километров наместил. От этого места до моря нет даже километра. То есть я когда бегал, засекал, то есть приходилось еще чуть-чуть в сторону отбегать, чтобы получить километр. Я имею в виду до песка на песок. И к морю, потому что до самой воды, может, ровно километр вот от этого перекрестка. Ой, смотрите, какие красивые цвета вообще, да? Как все это фотографично смотрится. Ой, вообще дерево просто сказочное. Что-то типа какого-то маленького платана, ну, листики очень маленькие, не знаю, может, карликовый какой-то мини-платан. В общем, вот через такую красоту тех, кто жил выше, как бы, первой линии, в районе аквамарина, либо в районе Чайки Креста, кто ходил сюда, ходили вот так вот на море в этом году. Здесь звучала постоянно музыка. С этого, особенно, пансионата Аттика называется, тоже хозяев его знаю. Немножечко общался еще, когда занимался немножко другой работой. Ок. Не знаю, стараюсь, но все равно... Чем больше стараюсь, у меня такое ощущение, тем сильнее трясет как бы телефон. Ну-ка, 2 секунды, попробую с него снять вообще чехольчик. Так, вроде снял чехол, вроде бы чуть-чуть парусность уменьшил. Он мне как книжечка. Ну, попробуем пойти. Сейчас у нас получается уже время возле 2 часов. Дня довольно-таки тепло, сегодня есть небольшой ветер, на море, я думаю, он будет гораздо сильнее, может, сегодня увидим красивые волны, раскаты. Видите, листва, никто не убирает ее, никому она не нужна.
потому что никто не отдыхает, не для кого стараться. В общем, у нас наступил уже этот самый, наверное, мертвый сезон. В октябре еще через месяц вам еще одну съемочку параллели сделаю. Многие написали, что понравилось, и ждут следующей съемки, значит будет, раз вам это интересно. Надеюсь, микрофон спасет от ветра. Ну, таких прям страшных порывов пока еще нету, но все равно надеюсь, что звук будет почище и поприятнее. А мы двигаемся к морю. Вот мы уже подходим к кольцу. У нас вот с этой стороны у меня постоянно здесь ловит Wi-Fi. Одна клиентка у меня, Екатерина, вот называется эта гостиница, фотографировалась, я к ней приходила, давала фотографии, показывал, как скачать Wi-Fi, у нее что-то там не получалось, подключались. И вот у меня до сих пор он ловит, но интернета в этом Wi-Fi нету. А жаль, так был бы халявный Wi-Fi. Ну, хотя, ну, зачем мне дома почти 60, по-моему, мегабит у меня. Как подключился такой интернет, перестал интересоваться скоростью. Все слишком быстро качается уже. Как бы без разницы, сколько там. Да и смотреть особо некогда. Работа. Зима, работа. Кстати, вот со своей стройки многим понравилось видео. Уже даже там пару заказиков вроде как наклевывается. Я сейчас уже скоро, через недельку закончу там полностью этот объект. И будет у меня еще несколько роликов по укладке плитки. Две комнаты я еще положил на пол. Одну, по факту, вторую вложил, выравнивал пол, там вообще жесть. И полностью практически, получается, раз, два, три, четыре, пять комнат сдаю практически под ключ, там, за исключением установки плинтусов на пол. Они уже будут готовы для жилья. В общем, это все тоже будет в ближайшее время, так что ждите. Думаю, будет интересно. Мне, по крайней мере, вот я раза два пересматривал санузел, мне самому понравилось. Блин, в конце даже не верится, что сам все сделал. Потому что какое приходишь там состояние, потом потихоньку, бац, красота. Спрашивают меня, чем я еще занимаюсь по строительству. По строительству я занимаюсь полностью всем. Раньше когда-то еще работал в геодезии, то есть могу полностью прийти на голый участок, от разметки участка до полной сдачи, как бы строения под ключ. Любые объемы, все, что хотите, можно строить, делать. Было бы финансовые возможности и желания, все. Итак, мы прошли, кстати, вот разговаривая кольцо. Вот одна из самых таких тоже известных гостиниц ретро на заднем фоне. Направо у нас пошел Южный проспект. Мы дальше двигаемся. Я, честно, не помню, как эта улица называется. Но вот мы по ней двигаемся дальше. Там какое-то странное название. Честно, не помню. Я помню времена, когда здесь стояли. Та же самая Бригантина была еще из шифера построена. Мы тут гуляли. Вот здесь у нас идет канал. Всем тем, кто отдыхает здесь, вот могут мешать запахи. Вон тут. Закопали, скрыли, но он там есть. В общем, от него никуда не деться. Ничего, это ничем не пахнет, все хорошо. Не критично, можно сказать. О, Марсель столовая. Кстати, сам пару раз в этом году, в прошлом году, наверное, побольше раз тут кушал. Вполне приемлемо, ни разу ничем не отменился. Когда гостевой Константинополь дом, тоже здесь у меня отдыхали мои клиенты, которых снимал в этом году. Вот прошли мы, получается, спокойным шагом, глядя по сторонам. Вообще, честно, сегодня никуда не спешу, тихо, спокойно. 9 минут уже, уже больше половины пути у нас позади, потихонечку двигаемся к морю. Могу понять, что-то или разбирают, или убирают. Чем-то занимаются, в общем, люди, чтобы не было скучно. У вас там, всей России, смотрю, снег выпал. Поздравляю вас с этим действом. У нас один день, по-моему, позавчера, что ли, я проснулся, у меня был лед на машине. Сейчас все тихо, спокойно. Уже плюс 15, и обещают, еще будет тепло.
Так что вообще самое то время. У меня вроде хотели люди завтра пофотографироваться, но пока что-то там не получается. А вот вчера вечером снимал в Анапе. О, походу отдыхающий. Открытие кальянные облака. Не куря кальян, там так надышался этим дымом. Вообще, меня аж переть начало. Было очень много гостей. Ну, мне понравилось, потому что атмосфера хорошая. Так понял, что там большинство знакомых было, хозяев, которые меня приглашали подработать. Все с удовольствием фотографировались. Ну, в общем, было интересно, весело. Час пролетел, моя работа незаметна. Одна фотография у меня в Инстаграме есть, на которую тоже подписывайтесь, буду вам благодарен. Юра Ос. Там немножечко зарисовки мы. Хочу еще сделать по моей строительной тематике тоже Инстаграм, но почему-то никак не доходят руки. Или уже какое-то бессилие от физической работы, либо лень меня побеждает. Это же самое, как я хочу начать все бегать каждый день. Вроде бы вес стабилизировался, набрал по сравнению с летом 5 килограмм. И вроде тьфу-тьфу-тьфу остановился. И моя идея там по бегу пока успокоилась. Думаю, буду спокойно жить и никого себя не напрягать. Работать потихонечку. Сейчас начну уже через недельку искать. Ну, сначала все-таки, наверное, чуть-чуть отдохну. Как раз сделаю все, что хочу. Инстаграмы там позаведу. Видео всегда обрабатываю, смонтирую. Потом буду искать новые объекты под работу. Так что, если кому-то чего-то там надо, обращайтесь через недельки-полторы, я свободен. Так. Кстати, интересные всякие такие заказы поступают. Тут мне недавно, сегодня буквально писали пойти там пофотографировать какие-то объекты. Люди, которые не находятся здесь. Вообще интересно, такие замыслы. Если кому-то что-то надо сфотографировать здесь, обращайтесь. Решим ваши проблемы. Любая, как говорится, работа, это работа хорошая. Так, вот мы прошли с левой стороны Бригантину. А с правой стороны у нас Огонек называется, если не ошибаюсь. Тут Трое гостевой дом. Так вот, красиво все это выглядит. Вот так вот, красная линия, бац, навесик, столики поставили, летом люди сидят. Но вот это же красная линия. То есть не имеет права люди такое делать, но. В общем, беда везде. И вот мы подходим к прямой, к морю, к берегу. И здесь есть всегда два варианта. Пойти налево или пойти направо. Так как мы там шли слева, здесь можем пойти, конечно, справа. Кстати, вот, что я вижу. Разобрали, демонтировали все вот эти ларьки. Кто ходил, должны помнить, вот от них одни помосты остались по правой стороне. И все. Больше ничего. Давайте здесь пройдемся. Там с левой стороны у нас санаторий Вита, забор. Ничего интересного особо. С этой стороны как-то какие-то гостевые дома. Это база отдыха. Давным-давно стояли такие сейчас все деревянные домики. Потом из нее делали кемпинг. Теперь попродавали участки, строят гостиницы на ее территории. В общем, не Витязева, сплошные гостевые дома. Ну, зайдем в тень, чтобы солнечные участки были более красиво видны у нас. О, вот мне нравится этот звук, как листики шуршат. Вот я о чем говорил, то есть у нас особых красок осени нету. Если, допустим, я когда по Уралу ехал в осеннее время, то есть там было очень красиво, то у нас, видите, буквально они вот еще зеленые есть, да, они тут же желтеют, чернеют и опадают. То есть такого, знаете, яркого буйства красок нету. И вот за счет того, что ветра сильные, то есть они отлетают, и все. Ничего красивого, в общем, не увидишь. Такого, как вот, допустим, вот я не помню, на Урале, да. Не помню, точнее, помню, как я ехал на Урале. Офигеть, все разбирают вообще полностью. Полнейший нажимается демонтаж. Вот еще один гостевой дом. Должны были это сделать. Эти никому не нужны.
Так. Что-то тут вообще все поломали, я вам скажу. Ну, может быть, приведут в порядок, сделать нормальные улочки. Вот тоже дорога, которая ведет на Парали, по ней можно пройти. Первый поворот налево выведет нас к аквапарку. Какой-то зелененький, симпатичный гостевой дом, и поднимут на высоте бассейнчик. Тоже очень круто, интересно смотрится. Вот такие вот дела. Двигаемся дальше. Здесь что-то не дошло дело до демонтажа. Хотя тоже, наверное, следовало бы погорать все эти строения. Ты идешь как Шанхай какой-то. Хотя курорт не должен быть такого вида. Или не должен иметь такой вид. Тоже красная линия. Построились. Типа, никто не виноват. Самозахват. Вот так вот все это выглядит. Вот мы подходим к интересному месту. Аквапарк Олимпия. Я не одно видео свое начинал уже отсюда. Ходил сам в этот аквапарк. Мне там очень понравилось. Вот так вот подготовлено все к зиме. Фонтан закрыт брезентом. Прямо стоит профилем закрытый проход. И кажется, ах, как же нам попасть на море, да? Все, нет выходов, проходов. Можно обойти туда, прямо пойти. Мы пойдем вот здесь вот слева. Проход. Я первый раз когда увидел, сначала не понял, думал, что люди делают. Но на самом деле делается, видите, песок несет с моря. То есть, если оставить открытым вот впереди проход, все ходили вот тут прямо, то заметет песочком, будет печальное настроение у нас. Поэтому его обшили, закрыли, и мы теперь двигаемся дальше. С левой стороны. Вот тут вот такой вот непрелестного вида пейзаж открывается нам на задворках. И мы потихонечку выходим на песок. В общем, на все про все. Шагом, спокойным, глядя по сторонам. Мне тоже было интересно, что тут как меняется. Я потратил до песка 17 минут 30 секунд. Когда бегал, я это расстояние преодолевал там минутки за 5, наверное. Вот аквапарк, дюны. Смотрите, вот кто помнит, я стою, вот эти мой рост, то есть за счет того, что воздух туда не двигается, вот тут такая вот яма. Я стою вот по центру, я уже нахожусь, можно сказать, чуть ли не на уровне этого забора с той стороны. Ну и что, здравствуй, море. Мы скучали, двигаемся. Ой, там столько людей гуляет. Сегодня выходной, воскресенье. Не один я выполз на пляж. Вот и снял я зимний вариант аквамариновского прохода. Сейчас дойдем до водички, послушаем шум моря. И на этом первая часть сегодняшней съемки я завершу. Во второй части двинусь по берегу в сторону Анапы. Поснимаем, что там, как там. Посмотрим. Вон наш 150-рублевый пирс. Меня это поражает вообще. Может, мои видео помогут. Вроде просмотров нормально, люди увидят, что здесь происходит. Вот, кстати, я рассказывал про то, когда ветры, как песок, выметает. Все, видите, крышечка лежит, это ракушечки. Также остаются монетки. Сейчас ради интереса можно попробовать найти чего-нибудь. Вроде здесь не вижу, чтобы особо кто-то ходил, что-то искал. Значит, по-любому монетку обнаружить реально. Монетки. Сейчас вот, кажется, пообещал, где деньги. Найдем. Все равно идем в сторону моря. Будем вот так смотреть. Вот выходили, все, что теряли. Сейчас песок из-под этого выметается. И остается только, ну, как тяжелое, то, что вкрапление в песок, вот краски. Все потерянные вещи, которые ветер не смог передвинуть. Что-то пока мне не везет.
видать, металлоискателями хорошо в этом году орудовали. Я очень много людей видел, которые ходили, собирали все, что вы теряли. Ну, крышки валяются. Где деньги? Фу, что-то нету. Ну ладно, не будем заморачиваться. Идем прямо к морю. Эх, ветерок, ветерок. Вот я не зря с собой взял курточку. Хоть там было тепло. О, кстати. А вот она и монетка. Это у нас, не поверите, 10 рублей. Ну, сфокусируйся. Вот так вот, на 10 рублей я разбогател. Обещал, нашел. Вот тут сразу же рядом. А, нет, это не монетка. Сделали бы 100-рублевые, там 200-рублевые монеты. Было бы поинтереснее, конечно, ходить. Искать. Ну, народ, допустим, ходит не монетки ищет, которые вот с металлоискателями, а ходят, ищут как бы драгоценности. То есть теряется все, что угодно. И, блин, вообще непонятно, в каких количествах. Потому что в песок достаточно что-то уронить, и все. Уже сразу же давай до свидания, найти это практически нереально. Ну, без металлоискателя. О, смотрите. Еще один монетка. Ну, это что-то старое. Ну, монетка. Вот, кстати, рядом лежит 1 копейка. Вот так вот. Обещал, смотрите, еще чуть дальше. А, нет, это не монетка, часть чего-то. Посмотрим. Вот еще 10 копеек, походу. Все, у меня поисковое видео. Поиск монет на море. Ну, их на самом деле, честно, ну, слишком много, чтобы собрали все металлоискателями. Вот еще монетка. Ну, уже такая видавшие виды называется. Посмотрите, как метет. Видно будет? Нет, интересно. Песочек, видите, ветром сметает. Вот про что я говорил, то есть выметает его от берега. И все, что лежало тяжелое, все остается. Ну, шайбочки неинтересны. О, тут у нас трасса, оказывается. Одни в ту сторону поехали, и в ту сторону поехали. Вот если бы песок не мело, кстати, ветер, я бы не сказал, что холодный, он просто дует. Но какого-то дискомфорта не приносит. То есть единственное, что песок. Еще одна монетка. Смотрите, прям россыпь, еще одна. Тут же рядышком. Вот еще 50. Посмотрите, один пятидесятник, второй пятидесятник и крышечка рядом. Вот, самая большая сразу нашлась, 10 рублей. Мелочи вообще, хоть отбавляй. Вот, смотрите, как вот тут хорошо видно. То есть вот как песок подрывается. И остаются вот ракушки, камушки. Бычки не летят. Еще чуть-чуть. Мы будем у берега черного-черного моря. Потрогаем водичку. Ради интереса. Все, дошли. Смотрите, какая чистая вода. Не знаю, будет, не будет видно на видео это. Но действительно очень-очень чистая. Меня чуть не смыло. Сейчас не хочется вообще ноги мочить. Но потрогать водичку можно. Ух, прохладная. Какой контраст. Не хотел бы я сейчас купаться.
В общем, аквамариновский проход в это время года. Я на этом буду заканчивать. Спасибо вам, что были со мной в этом видео, посмотрели. Не отключайтесь далеко. Сегодня будет, ну, максимум завтра загружу еще и второе видео. Ветер дует сильно. Сейчас посмотрю сразу, какой эффект звука, есть ли смысл снимать дальше идти или нет. Всем пока-пока, хорошего настроения, с новым выходным днем вас, удачи вам!